Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Аристей – имя греческого героя или божества, то есть лучше. Существует сказание, что Аристей – сын Аполлона. Унонна назван сыном киосского Феба и Кирены, внучки или дочери речного бога Фессалии. Пинеи. По редкой версии, сын Геи и Урана. Аристей родился на берегу Ливии, названным потом Киренаикой. Согласно Пиндару, Гермес умчал его на небо, где ребенок напоили нектаром и амбросией. Ими вскормили дитя Горы и Гея, которым передал его Гермес. Затем Аполлон отдал мальчика на воспитание Херону. Музы научили Аристея искусству предсказания и исцеления. Его назвали Аполлоном Пастушьим. Воспитан в Ливии нимфами, которые дали ему три имени – Номий, Аристей и Агрей. Научился заквашивать молоко, изготовлять ульи, выращивать маслину и передал знания людям. В Кирене открыл лекарственное употребление сильфии. В Биотии он женился на дочери Кадма, Автоное, и у них родился несчастный Актеон. Аристей – участник индийского похода Диониса. Призванный жителями по приказанию Аполлона, он боролся на острове Киосе с палящим жаром, посвятив себя Зевсу и Кмайскому, дающему сырость. Был царем Киоса и искупил обильными жертвоприношениями гибель Икария. Диодор Сицилийский рассказывает, что после гибели Актеона Аристей отправился к оракулу Аполлона, уплыл на Киос и принес там жертву, чтобы прекратить мор, поразивший Ладу. Оставил потомство на Киосе, возвратился в Ливию и, получив указание от матери, отправился на Сардинию, где у него родились сыновья Харм и Каликар. Руководил поселенцами на Сардинии, по некоторым мифам его сопровождал Дедал. Некоторое время прожил на Сицилии, где ему поклоняется как богу. Во Фракии приобщился к обрядам Диониса и Вергилий. И только он рассказывает, что Аристей, престившись Эвридикой, женой Орфея, преследовал ее, и женщина, убегая, была укушена ядовитой змеей, отчего умерла. Прожив некоторое время на горе Гем, Аристей исчез и удостоился божественных почестей. Аристея особенно ценили как покровителя пчел, и потому называли именем Мелисеей, охоты Агрей и пастухов Номи. В некоторых местностях Аристей почитался наравне с Зевсом и Аполлоном. На древних монетах его изображали то Зевсом, то Аполлоном, а на обратной стороне было изображение пчел или винограда. Ну вот так о греческом герое или божестве Аристей. Пока-пока, до свидания.